Здравствуйте, друзья! Ну, как вы уже поняли, это был результат спасительного черенкования моей бегонии Глуар де Лорен, именно той, которая повредилась мучнистой росой. И нужно было что-то с этим делать, и я решила взять черенки и укоренить их двумя способами. Вот первый из них – перлит. Хочу заострить ваше внимание. Перлит был новый, чистый, белый, но он позеленел в процессе укоренения. Поливала я его только один раз, когда ставила черенки. Теперь настало время, я их пересадила, у них появились корешочки. Пересаживала в субстрат такой не очень сырой, но и не сухой, но теперь слегка полью, поскольку субстрат все равно суховатый. И у меня здесь температура выше 20 градусов. А вот те черенки, которые черенковались сразу в субстрат. Вот так они выглядят. Видно, что у них тоже появились корешки, и уже они на стенку стаканчика вышли. Ну, есть здесь кое-какие отходы. Вот, например, здесь было два черенка. Один погиб, а один очень даже живенький. И тоже начал прорастать. Ну и таким образом, фактически, с потерей тут нескольких листиков, все в целом обходится хорошо. В целом, все черенки неплохо выглядят. Ну, тут за исключением вот таких вот проблем. То есть, эта партия укоренилась практически одновременно, как в перлите, так и в тепличке. Из теплички теперь мне нужно их тоже вынимать, выставлять. Корни у них вот какие, вполне себе. То есть, хочу сказать вам о сравнении. Два способа. Ничем один от другого не лучше и не хуже. Просто это два разных способа, которые можно с успехом применять. Ну, внешне вот эти черенки какие-то более, так скажем, листики какие-то скрученные, у них немножко пятна, такие краевые, вот такие вот, немножко некрозы. Ну, вот эти черенки более зелененькие, да, по сравнению, смотрите, более веселенькие. Вот еще один сюда же поставлю. Вот вроде бы как-то они поинтереснее выглядят. Ну, я думаю, что эта разница обоснована тем, что в субстрате сразу появляется питание. То есть, как ни крути, микробиота в этом субстрате есть. И она работает, работает круглосуточно, беспрерывно и постоянно разлагает органику на минеральные части. Поэтому для бегонии это благотворно. А перлит – это, ну, абсолютно чистый материал, в нем нет никакого питания, естественно, микроорганизмов тоже. И поэтому черенки испытывают некий недостаток, дисбаланс питания. Поэтому такое отличие во внешнем виде. Через некоторое время все черенки выровняются и будут выглядеть абсолютно одинаково. Поэтому хотите, применяйте любой из способов, и удачных вам укоренений! Всего доброго, до свидания!